Полиция Братского района разыскивает мужчину. Ляпин Юрий Владимирович, 1961 года рождения, 13 сентября 2013 года, пропал в районе залива Сурубцево. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Особые приметы. На вид 52 года, среднего телосложения, рост около 157 сантиметров. Темные с проседью вьющиеся волосы. Был одет в комбинезон темно-синего цвета, камуфляжную майку, кирзовые сапоги и серую кепку. Мужчина был с собакой. Лиц, у которых он спрашивал дорогу и располагающих какой-либо информацией, просят обращаться в УМВД России по Братскому району или по телефонам 41 25 36, 41 11 56, 41 47 32 или 02.